Перекресток Суворова-Ленина. С утра, как правило, здесь особенно много детей. Ученики спешат в школы. Чтобы напомнить ровесникам о правилах дорожного движения, к сотрудникам ГАИ сегодня присоединились юные помощники. Следят, чтобы не было нарушений, и вручают красочные листовки с правилами жизни. Это вам правила дорожного движения. Соблюдайте. Юные инспектора раздают деткам агитационную литературу. Если требуется, объясняют им, как правильно перейти проезжую часть дороги, как поступить в той или иной ситуации на проезжей части дороги. Это, конечно же, в первую очередь акции проводятся такие для снижения дорожно-транспортных происшествий с участием детей. На какой свет переходить дорогу? Можно ли обходить автобус? И почему, переходя на другую сторону, не стоит останавливаться на середине пути? Ответы на эти вопросы в доступной форме изложены в листовках. В случае необходимости юные инспекторы дорожного движения помогают школьникам перейти дорогу, если нужно, указывая на их ошибки. Мы первый раз принимаем участие в такой акции. Мы стоим на перекрестках, раздаем листовки детям дошкольного и школьного возраста. Мы помогаем им узнать новые правила и старые правила дорожного движения. Помогаем им переходить улицу, не теряться. Чтобы знали, на какой свет переходить дорогу, знали правила дорожного движения, чтобы в будущем не было никаких аварий с машинами. С начала этого года в Бендерах произошло 17 дорожно-транспортных происшествий. 18 человек получили травмы. Пострадало трое детей. Сотрудники ГАИ просят родителей еще раз напомнить о правилах безопасности, на своем примере показать, как нужно вести себя на дорогах. Также в это время водителей просят быть особо внимательными. Госавтоинспекция убедительно просит всех автомобилистов во время проведения декады с 1 по 10 сентября двигаться с ближним светом фар или с дневными ходовыми огнями. При этом быть предельно внимательными при проезде каких-либо перекрестков, мест остановок общественного транспорта и особенно вблизи школьных учебных заведений. В рамках декады «Внимание, дети!» во всех школах города пройдут классные часы и лекции. Сотрудники ГАИ напомнят ребятам забытые за лето правила дорожного движения. Екатерина Чеботарь, Иван Зеленский, Бендерское телевидение.